Вот даю компарситу для гармонии. На скольки тут? На 5 листах. Чтобы прямо с листа сыграл мой 10-й ребенок, мой 6-й сын, Алексеев Егор Владимирович, да? Давай, Егорушка, сыграй. С листа ты легко читать, правда? Берешь с листа, читаешь ноты. Ну, произведение надо дорабатывать, шлифовать. Тут что-то ускорило очень, да? Но чем хорошо ноты? Для гармонии ноты есть. И в интернете берешь. Милое дело, что, вопросов нет, правильно? Любые произведения, лишь бы они были на нотах, легко. И по слуху легко подбирать. Но если ноты есть, грех не воспользоваться, правильно? А? Молодец. Старайся.